А теперь послушайте меня, пожалуйста. Кто кого хочет там кинуть? Кого кидать, что кидать, о чем вы говорите? Я наоборот хотел вам приятно вам сделать, да, самому как-то и вам было хорошо, и мне хорошо, да. Что за разговор? Все, приехал такси. Сейчас, вам не надо, мне он нужен, что ли? Сейчас, два, сожжем его. Пускай вот так. Ладно. Я ж тебе сказал, я тебе сожгу его, брат. А? Я буду жить. А вы что подумали, что я его сожгу и выкину, что ли? Нет, это для вас. Вы сделаете мне нормально, и я вам всем сделаю нормально. Салам алейкум. Три ты, блин. Вот это та машина, которая изменила мою жизнь. И также хочу, чтобы каждого из вас изменила вашу жизнь. Вот та сумма, которая, короче, пошла у меня, вот это все. Так что разыгрывайте, ребята. Это никакие шутки, никакие ничего. Эта машина будет, скорее всего, у вас. Иншаллах. Все, дерзайте. А тебе, Вадим, пришло время уже оплатить тебе твои 431 рубль. Пришел тот день. Тебе бесплатный билетик от меня. Салам. И хулиган там, смотри.